подходе, это должна быть команда. Это должна быть команда. Объясню почему. Потому что если вы берете, допустим, на следующих этапах гимнастов, вы должны прекрасно знать и видеть, как идет на предыдущем этапе. Когда тренера работают в разных местах, и вы не видите детей, которых вам... Они же приводят детей с России. Ну, тут в этом... Я понимаю, но, знаете, ну, таких школ сколько? Ну, вот, знаете, посчитать по пальцам одной руки, и все. Но в целом правило, допустим, я беру, опять же, хочу уточнить, что это не только касательно художественной гимнастики, это в любом виде спорта. Вот этот переход от одного этапа к другому этапу, он очень эффективен, когда это все в одной школе. Ну, допустила ошибку индонезийская гимнастка. Ну вот даже, смотрите, давайте возьмем вот нашу сборную по групповым упражнениям. Сейчас их тренирует Рано Мухамедова. В прошлом тоже гимнастка, достаточно такая хорошая, и в групповом упражнении стояла, и в индивидуальном она как чемпионка Узбекистана была. Вот. Но у нее же дети пришли-то, так скажем, все-то более-менее готовы с разных областей. Нет, ну, и собрали команду. Да. И сейчас вот, я не говорю, что они прям были все супер, сразу дети пришли к ней. Нет, ну...